90-летний юбилей нашего племзавода. Это я считаю себя очень счастливым человеком. Ну, в наших планах тоже, если поддержит руководство холдинга, то будем приумножать поголовье нашего скота, увеличивать. Люди будут делать то, что они умеют, что они хорошо умеют делать. Это размножать скот, выращивать его. И я думаю, будем снабжать наши предприятия племенной продукцией. Өзгеріс болды, жас келсе, іскер дейді ғой. Мына жас директор қандай ескі балаларға не істеді, спортивный нелер ойын ойнайтын. Совхоз асфальтировать етті күлі жылдары қандай. Совхозды танымайсың. Совхозымыз көркейіп, бүлденіп жатыр. Мынау көше-көшедің, мынау свет өткізіп, жарқыратып көшелерін асфальттап, тазалықты следить етіп, баяғыда да тазалық болатын. Өте жақсымыз, қуаныштымыз. Наша область нацелена на то, чтобы больше развивать именно направление сельхозживотных, как молочного, так и мясного направления. Это и продовольственная безопасность, это и для населения на стол, как говорится, и в городе, в областном центре. То есть это играет огромную роль именно продовольственной безопасности нашего региона. Вы видите, вот это наш генофонд казахской белоголовой породы, зарекомендованный по всему Казахстану, можно сказать, ближнему зарубежью, в России. Ну, они, как скажу я вам, неприхотливые ни в содержании, ни в кормлении. Выносливы к любым климатическим условиям, что жара, что засуха, что суровые зимние периоды. У нас вот скот вот этот вот, сейчас, который мы выставляем на показ, содержится в беспризорном содержании. Средний вот 8-месячный теленок у нас, ему сейчас где-то 240 килограмм, в 8-месячном возрасте. Где-то среднесуточный привес у них 950 килограмм дают в среднем. Бывает больше, бывает меньше, да.